Появились первые фотографии модели будущего памятника певцу Юрию Шатунову. Она выполнена из специального пластилина в масштабе 1 к 3 от реальной величины. Будущий монумент будет выполнен из бронзы. Его итоговая высота 192 сантиметра. Вот так выглядит черновая версия памятника. Уже известно, что его установят в Оренбурге на пересечении Химической и Регенераторной улиц. Там неподалеку детский дом, где воспитывался Шатунов. К тому же место выходит на многоэтажку, где жил Кузнецов. В качестве образца для дизайна Сукманов выбрал фото прославленных оренбуржцев с прошлогоднего концерта. На нем музыканты стоят в обнимку друг с другом. Получилось действительно один в один. Возможно, памятник появится уже в текущем году, у скульптора весьма оптимистичные прогнозы на этот счет. С моделью ознакомились коллеги Шатунова и остались довольны. 66-летний Александр Сукманов известен памятником толкового словаря «Даля» на улице Советской Оренбурга. Также его руками выполнены бюсты героя Советского Союза маршала Казакова, легендарного советского летчика Михаила Девятаева. Все они находятся в областной столице. Также ряд работ украшают улицы Соли-Леецка, Абдулина и поселка Домбаровский. Если хочешь быть в тренде, подписывайся на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи».